Жители Березовского района станут ближе ко всему миру с помощью интернета. В труднодоступные поселки проводят оптоволокно. Уже и сейчас компания «Ростелеком» провела кабель до Хулимсунта. В настоящее время специалисты ведут разводку оптоволокна. Ожидается, что скоростной интернет придет в Никсимволь уже к Новому году. Уже сейчас жители деревни отправляют заявки на подключение к сети. Поступило уже 60 заявлений. Оптические сети связи появятся и в частном секторе крупных югорских городов. Так, высокоскоростной интернет и современные цифровые сервисы теперь доступны еще для 1700 семей Ханты-Мансийска.